94. Первое областное радио. Фильм о том, что дети на Алтае пошли со своим преподавателем в поход. Вот, ну и там вот Ярослав состоит в небольшой команде, вот, которые не очень хотят слушаться взрослых. Ну, таких детей много. У них свое мнение, они все знают. Инстаграм им в помощь, что называется, да? Вместе с Гуглом. Ремень забыли в Новосибирске, да? Да, ремень даже не брали с собой, потому что нельзя ведь, да, сейчас у нас новые воспитательные стандарты. В общем, там у нас противостояние не с героем Ярослава, там есть другой персонаж, который их предводитель, да, этой команды, капитан. Вот, он вступает прям в прямое противостояние со своим тренером, с преподавателем, вот, ставит под сомнение каждое его решение. И так происходит, что он предлагает ребятам, вместо того, чтобы с малышами там заниматься всякой ерундой, как им кажется, забраться на высокую гору, сфотаться и доказать себе, что они крутые. Вот. И потом, не буду спойлерить, потом происходят не очень хорошие вещи, да, вот, и ряд событий, которые приводят к неожиданной развязке. Кого-то спасать приходится, да, потом. Вот. Мне очень понравилась роль, которую я сыграла. Этот персонаж, она и похожа на меня, и не похожа на меня. Я сыграла пацанку. Пацанку с очень большими чувствами. Я во время фильма трансформируюсь. Сначала я прям пацанка, все сама. У меня даже была любовная линия в фильме, чему на читке сценария я очень обрадовалась. И в конце я все-таки понимаю, что не нужно быть пацанкой, не нужно показывать свои чувства. И да, в фильме я трансформируюсь. Это главное, да, для тебя было лично открытие? Я смотрю, там все трансформируются. Или, может быть, да. Может быть, что-то еще? Вот, снявшись в фильме, может быть, что-то для себя действительно сделал какое-то открытие, что-то поняла? Вон, открытие у нас произошло сейчас с окна. Да, в фильме, на самом деле, очень классно, что каждый герой через что-то проходит, и он меняется в течение фильма. Для меня это был очень большой опыт, когда ты видишь в каждой сцене, что меняется персонаж, что очень много с ним историй. Для меня было важно показать зрителям, что чувствует эта героиня, через что она проходит. У нас такая система производства кино. Продюсер — это родители. Uh-huh. Те, которые хотят видеть своих детей в кино, те, которые хотят, чтобы они в таком пути развивались. Поэтому вот у нас есть такой формат киноэкспедиции, когда мы выезжаем, то есть есть некий взнос, стоимость этой путевки, кинопутевки, да, то есть и питание, проживание и кино. То есть вы как Карабас-Барабас самый настоящий в данной ситуации получаетесь. Ну, борода не такая длинная. Это дело наживное. Не Карабас-Барабас, я надеюсь, что я более светлой личностью буду в их жизни. Вот, да, тем более это уже подтверждается. Это у нас уже ребята в этом году 7-й сезон, да, uh-huh. 5-й фильм. Это ребята, которые первым фильмом, по-моему, мы были в вашей студии или в «Маяке». В общем, давно-давно мы были, и это был первый фильм. Мы так волновались и боялись, как это все будет, куда двинет наш путь. Вот. Но ребята, которые снимались в первом фильме, сейчас уже заканчивают московские актерские вузы. Вот это да, ничего да. себе. Вот, один табакерку, вот, а второй... Это серьезно. Да, то есть это очень серьезно. И они выпускаются в этом году, и я считаю, что у них... такой славный долгий путь будет актерский, потому что очень талантливые ребята и очень горят. Вот, если они нас слушают, вряд ли, конечно, привет им большой. Вот я с ними встречался в Москве, и они очень хотят продолжать сниматься в наших фильмах. Вот я, это моя мечта, чтобы потом они, когда выросли, играли уже взрослых, вот, в нашем фильме и наша команда росла, и мы могли делать все лучше и лучше кино. Ребят, а ваши сверстники завидуют вам? Нет. У меня, например, одноклассники очень многие поддерживают и обещают прийти на творческие встречи. Не, ну это же не говорит о том, что они не завидуют. Я говорю, это в хорошем смысле. Белая зависть бывает. Думают, ну вот надо же, рядом с нами звезда растет. Это не звезда. Да ладно, это только начинает. Да, только начинает. Денис, ну помимо понятных итогов вашей личной деятельности, вы говорите о том, как у ребят выглядит их творческий путь, о чем вы лично еще мечтаете? Чего вы хотите добиться? Вы же когда создавали студию игрового кино, у вас наверняка была какая-то группа целей, группа мечтаний, да? К чему вы в итоге идете? Вы хотите показать что-то детям? Вы хотите им что-то доказать? Вы хотите помочь им в чем-то убедиться? В чем ваша личная цель, ваша миссия? Какой серьезный вопрос с утра.
Ну, конечно... Еще с понедельника ужас. Да, конечно же, показать что-то детям – это основное. То есть, я считаю, и многие со мной согласны, я неоднократно уже бывал на всяких разных фестивалях детского кино, хотя их не так много в России особенно. Вот. И вот этот сегмент детского кино, он, к сожалению, почти исчез, потому что он перерос в семейное. Вот. А я при всем уважении к этому жанру не считаю, что это то самое, потому что семейное кино – это история про взрослых, где есть дети. Uh-huh. Это еще и животные, чтобы побольше было милоты и зрителей. Вот. А детские истории, это, наверное, из нашего детства. Петров и Васечкин, да, «Гости из будущего», да, это да. Где... Это то, что интересно, скорее всего, одним лишь детям. Конечно, а не взрослым. Одним детям. Вот. Но это плохо монетизируется, как говорят uh-huh. большие продюсеры. Вот. Вот и моя мечта, как говорит цель, чтобы это хорошо монетизировалось, чтобы эта индустрия работала, чтобы кино это снималось не только, когда государство даст денег и типа сними что-нибудь, потому что тебе уже 78 лет, и ты пока пора тебе дать деньги, чтобы uh-huh. ты хоть что-нибудь снял. Ну, чтобы не так это было. Чтобы была индустрия, чтобы вот этот школьный сеанс развивался, потому что это школам нужно. Я работаю со школами, им нужны фильмы, не только те попсовые, на которые по всем каналам, и давайте пойдем, а чтобы вот на эти фильмы можно пойти с родителями, и нужно сходить, да, вот на семейные. А вот на детские нужно ходить детским коллективом, классом, как мы раньше ходили, и потом обсуждать это там, потому что вот в наших фильмах это есть, и в этом фильме в том числе, взаимоотношения между собой, со взрослыми, как принимать решения, как отвечать за свои поступки. Эти вот важные вещи, которые, ну, они должны быть, и вот, как мы говорили, трансформация, конечно, в этом фильме должен быть пример в детском. Как нужно делать, как не нужно. Может быть, это кто-то там закидает меня сейчас помидорами и скажет, нет, мы должны сами решать. А когда? Только в детстве закладываются эти важные постулаты, все uh-huh. разные вещи, как бы, которые для нас обычные. А вот я общаюсь с детьми, кто-то проходит мимо, ну, там, увлекаясь интернетом, смотря совершенно другие жанры, да, ютуберов, там, блогеров. Я, конечно, не качу на них бочку, но, вот, но это совсем разные вещи. Поэтому, если говорим о том, что должны быть разные точки зрения, то и такое они должны тоже видеть и выбирать для себя. А если этого нет, ну, мы должны бороться за то, чтобы оно было. Первое областное радио.